Могут ли прививки вызывать ДЦП? ДЦП или детский церебральный паралич – это неврологическое заболевание, проявляющееся нарушением движений от легкой до тяжелой степени, вплоть до полной неподвижности, нарушением умственного развития и расстройства психики. Причинами возникновения ДЦП могут быть токсикоз, инфекционные и хронические заболевания матери во время беременности, родовые травмы, преждевременные, затяжные или стремительные роды, длительная желтуха новорожденных и другие факторы, приводящие к поражению головного мозга ребенка после рождения и в первые 2 года жизни. Проявление ДЦП возникает чаще всего после 6 месяцев, когда ребенок учится сидеть, стоять и ходить, что совпадает с периодом активной вакцинации. Поэтому родители ошибочно связывают проявление ДЦП с прививками. Вакцины против кори безопасны и эффективны.